Двигаемся дальше. Что это у нас? The numbers along the edges should help me arrange the tiles correctly. Числа по краям помогут разместить правильно плитки. Ну, в общем, смысл такой, чтобы плюс-минус рядом не находились. Ну и повставлять нужно вот в отмеченные ячеечки. И еще короче, вот тут все зачеркнуто должно. Ладно. Летучие мыши, что ли? Ну, осталось совсем немного. К размышлению какая-то на будущее. Берем. Это, кстати, очень будет головоломка такая совершенно сложная. Но я уже хочу сказать, что я вчера вот с этого момента полностью прошел игру и теперь уже под запись иду, так сказать, по второму разу. Ну и по ходу, может быть, исправлю кое-какие огрехи, посмотрим. Хочу только сказать, что не все, которое в этой игре, там задания всякие, не все они нужны для
прохождение до конца. Процентов, не знаю, 15 здесь так, левого. Ладно, пошли. Шарлотта. That wasn't just my imagination. Это не было лишь моим воображением. There's something down there. Кажется, там что-то есть. Хм. А, я так не могу достать. Вот в самом начале игры в мастерской случайно взяли вот этот сборщик. Непонятно было, нафига он нужен. Я думал, фрукты какие-то с деревьев собирать. Оказывается, вон оно что. Он тут нужен. Got it. Ключ от склепа. И вот видите, сборщик был единожды, и он исчез. Он уже теперь не нужен. Походу, тут в руинах ничего пока я не вижу активного. Меня вот интересует окно, о котором там упоминали. Я пока никаких окон не вижу. И ничего активного. Вот. Опа. А в мастерской проектор стоит. Вот и пригодится. Ну, вот эти фотки, сразу скажу, они просто так, декорация. Опа, это что? А, это то же самое. Ну все, вот сейчас посмотрим. Обследовали мы руины полностью. А ну. That's done. Да, можно уходить. Так, в свете появившихся новых обстоятельств нам надо пойти на кладбище и пойти в склеп. Я так думаю. Потому что у нас ключ. Поговорим с Уэйдом. You sure do like creeping around. Как ты думаешь, Шарлотта погибла при несчастном случае? Do you think that what happened to Charlotte was an accident? Dunno. The night before I saw her take off into the night holding this little package like it was precious to her. The look on her face. I should have stopped her, said, "What is wrong?" Она говорит, я видел за ночь до этого ее с этим пакетом. Here, take this. Is this Charlotte's? Yes. Вот, возьми, это принадлежит Шарлотте. А. Do you know what this is? Can you tell me what it's for? Maybe that's enough for now. Это приведет тебя к моему тайнику. Вот видите, это вот сначала я сделал, зная, как это вот делать. А теперь взял эту записку. Ну, чуть-чуть наоборот. Ладно. Клара ладила с Шарлоттой и Харпер, когда была моложе. Did Clara get along with Charlotte and Harper when she was younger? They all got along famously.
until the night of the fire. What exactly happened? Charlotte was getting ready for her big 21st birthday ball, and at the last minute went off to what is now the ruins. No one knows what started the fire. After that, what about Clara and Harper? Clara grew up pretty fast, but Harper, she got lost in that night and never got found. Короче, у Шарлотты 21-й день рождения был. Тут начался пожар. Никто не знает почему. Теперь на том месте лишь руины. Что потом стало с Кларой и Харпер? Клара быстро выросла, а Харпер потеряла себя в ту ночь и не стала прежней. Запутаться можно в них. Ладно. Ты веришь в призраков? Do you believe in ghosts? I don't need belief. Мне не нужна вера. Why not? I have proof. EVP. Hear some creepy things from time to time. Check it out whenever you want. If you got the nerve. У меня есть EVP. What made you call Savannah? Jessalyn didn't run away, and she wasn't kidnapped. Почему ты позвал Саванну? Джессалин не сбежала, и она не была похищена. Так, Саванна думает, что ты расстроен, потому что она не приехала. Есть идея насчет этого? Саванна seemed to think you'd be disappointed she didn't come here. Any reason why? Savannah's talking to you about me? Yeah, she's helping me with a case. Don't suppose you could give me your number? Дашь номер Саванны? А ну-ка, не думаю, что она захочет ответить. I don't think she'd want that. So she told you. Told me? She and I were something of a couple, long time ago. Been a long time since we talked. Короче, он говорит, что они с Саванной, ну, типа, шпили-вили, но это было давно. Так. Вот она говорит, что Харпер была там, в подвале. I swear, Harper was there. I told you. Life don't play by the rules here. Anyways, if she was, she ain't now. Так, мне кажется, ты просто запугиваешь меня. I think you're just trying to scare me away. Girl? Nancy. Girl. Fear ain't some feeling to overcome, especially not here. Обзывает ее девочкой. That prickly feeling you get in that old house? That means something dark is whispering your name. Something dark? Trust me, that's as close as you want to get. Опять запугивает. Говорит, чем ты ближе к разгадке, тем оно ближе. Ладно. Могу я еще услышать запись? Can I listen to more recordings? Sure. Я, пожалуй, пойду. I'd better get going. Adios. Ладно. У тебя есть AVP, а у меня тоже есть EMF. Тут духов привидений нет. Ладно, пойдем дальше. Поищем тут. Тоже нет. А тут. Опа.
ближе. Опа. Ключ от склепа у нас есть. Пора входить. Вперед. Ты. Кто там? Харпер. You. Ты. I had to come out here because of you. I still don't understand why you're hiding. You don't know who these people are. You think you know who to trust, but you don't. Она говорит, что из подвала пришлось спрятаться из-за Нэнси. Нэнси говорит, я до сих пор не понимаю, зачем ты прячешься. Ты даже не знаешь этих людей. Ты думаешь, что знаешь, кому верить, но ты не права. Я верю им больше, чем тебе. I trust them far more than you. Your funeral. You can tell them where I am, but I will always be one step ahead of you. Always. Твои проблемы. Можешь им рассказать, где я. Но я всегда буду на шаг впереди. Вот так. Ну что, попробуем склеп обследовать. What are you doing? Мешает Харпер. Leave that alone! Не трогай. Так, что ж такое? Как же её... Can't do that right now. Can't do that right now. Как же Харпер выгнать отсюда? Leave that alone! Не трогай. Leave that alone! Короче, не трогай. Can't do that right now. Я пока Харпер, я ничего не могу сделать. You're looking for something in here, aren't you? Keep your voice down. Do you want me to be found? Ты здесь что-то ищешь? Говори потише. Ты что, хочешь, чтобы меня нашли? С этой точки зрения, да. At this point, yes. You do? Well then, gotta fly. Честно? Тогда научись летать. Хоп. О, Харпер исчез. Можно обследовать склеп. Засушенная роза. Возьмем. If I can match the colors on the sides of each piece, I should be able to get this back in order. Короче, головоломочка очередная.
Если я смогу выставить все кусочки мозаики, то посмотрим, что. Посмотрим, что получится. Приступаем. По времени нас тут никто не ограничивает, поэтому наберемся терпения. И начинаем КВН. Для чего? Для кого? Так, собрать все кусочки мозаики. Синий, красный. Есть. Куда этот прилепить? Еще подсказывает то, что в активных точках начинают эти фрагменты двигаться. И меняют шило на мыло. Стоит, наверное, на месте. Да не постой там пока. Красиво вроде. Это вроде только. На самом деле не поломать можно. Ну ладно. Дело в том, что просто дальше не двинется игра, пока это не сделаешь. Поэтому в глазах уже ребит.
так, допустим. Но это не то. Вот так. Тоже не то. Кошмар. Так, так, так. Так, вот это неправильно. Так, вот это правильно. Думаешь? Ну да. Теперь. Это неправильно. Будем искать. Тоже не то. Кошмар. Так. Так. А на месте, верно, месте. Что-то тут пока не на месте. Вот это B. На месте. Это не на месте. Порядок. Это не так. Это тоже не так. Черт.
Это тоже не